Здравствуйте! Сегодня моя внучка Даниэла и я, ее бабушка Эмма, готовим домашний майонез. Мы будем взбивать майонез венчиком. Для того, чтобы миска не скользила по столу, ставим на стол сковородку, кладем в сковородку полотенце и поверх ставим нашу миску. Кладем в миску один желток, добавляем по одной щепотке соли и белого или черного молотого перца. Добавляем 1-2 чайные ложки готовой горчицы. Добавляем 2 чайные ложки лимонного сока и 2 чайные ложки уксуса. Перемешиваем и взбиваем венчиком, добавляя тонкой струйкой 100 мл растительного масла до получения однородной пышной массы. Соус майонез готов. Досаливаем по вкусу, выкладываем в салатник или заправляем соусом майонез салаты. Рецепты различных салатов с соусом майонез вы найдете на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Салаты». Вдохновения вам, удачи и приятного аппетита!